Пьяные на дороге. За несколько дней Нового года сотрудники ГАИ остановили 1500 нетрезвых водителей. Львиная доля таких нарушителей попадаются в темное время суток. Как пытаются избежать наказания и поддаются ли на пьяные уговоры инспекторы? Ночью вместе с патрулем отдежурил Ярослав Кречко. Первые дни Нового года – горячая пора для гаишников. Сейчас на часах 11 вечера, рабочая пятница уже позади, но впереди снова выходные. В это время, по словам инспекторов, нетрезвый водитель на дороге – не редкость. Старший лейтенант Ильченко на посту больше часа. В руках жезл, а в машине еще одно орудие труда – алкотестер. Берем мундштук, при свитках разрываем мембрану, вставляем мундштук в прилад, и водитель дме. И результат тесту через несколько секунд. Предложить подуть в трубку инспектор вправе, если человек за рулем ведет себя подозрительно. Но праздники даже у адекватных водителей на всякий случай спрашивают. Сергей Юрьевич, спиртного не уже... Алексей Юрьевич, спиртного не вживаете? Нет, не употребляю уже полтора года. Пьяные инспектору Ильченко пока не попадались. А вот его коллеги на Михайловской площади в полвторого ночи забирают права у горе-водителя. Автомобиль отправляют на штрафплощадку. Сейчас зупинки не зупинився. Переслідували, зупинили, тестер показав 0,129. Ви вживали алкоголь чи ні? До свидання, господа. Примерно в это же время другому патрулю попался еще один неразговорчивый водитель. Здесь скорее не алкоголь, а наркотики. Відсутність реакції зіницьок очей на світло, неадекватна поведінка, нечітка мова. Ви согласны с обвинениями гаишника? Со середины декабря в Украине новые штрафы. Пьяное вождение подорожало почти в два раза, до 6000 гривен. Повторное нарушение грозит админарестом, лишением прав до 3 лет и конфискацией автомобиля. Сегодняшние дни показывают, что не боятся они таких штрафных санкций. Водители к изменениям и праздничному усердию инспекторов ГАИ относятся по-разному. Ну, в принципе, они правильно делают, только если они не будут брать взяток. Я отдал 1000 ему на руки или 1500, да и все, и поехал дальше. Надо казнить. Вплоть до лишения свободы за управление транспортом в пьяном виде. Только в Киеве каждые сутки останавливают до 500 нетрезвых водителей. Но у инспектора Ильченко эта ночь выдалась на удивление спокойной. На жаль, сегодня мы не выявили водителя, который керует в стане алкогольного спьянения. Чи на счастье? Чи на счастье. Ярослав Кричко, Василий Миновщиков и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.